А пахнет, попробуйте, как понимаете. Ну, она горькая, да, вы говорите? Ее есть нельзя. Но мне воду, вино можно пить? Да. Да, вино, сейчас, да. Когда сейчас будет фуршет, там будут у нас кубышки именно с вином. О, вот это первоутровая раковина получается. Я посмотрю, как это же. Да, все, смотрел. Маточку поставите? Нет. Виктор знает, вот мой человек, мой друг, он такой ходит. Это все вопросы к нему. Вот там у него. Я уже спрашиваю. Покажу, конечно, а что? И даже семена совсем другие. Скажите, пожалуйста, а если вот, например, когда она, ну, еще более мягкая эта кукура, может быть, с ней можно как-то вот, ну, так? Понятно, да? Обрабатывается легко. Я просто не хочу вас время снимать на разные горы. Каждый покажет себя по-разному. В нашем помещении? Да. Дверь тоже представлена.